боссу ближе станете. Все прям вот в его фрейм станьте. Да, я уже объясню. Давай ты пополнишь. 5, 4, 3, 2, 1. Дисплеить ничего нельзя еще. Маленького прохиливать. Рогу, рогу, хильте. Забирай, забирай. Хан, зайди ты в фрейм босса. Вот видишь, у него маленький фрейм, зайди туда, пожалуйста. Да как я могу на фрейме бить их будет? А, точно, ты же хан. Сейчас забирай. Подпал. Заберешь? Ну, сейчас, да, заберу. Кайф. Ну, сука, он отлепляется, видишь? А ты вообще неистовство включил? Там потому что пока одного таунишь, второй начинает слазить и к вам бежать. Вот и пытаешься. Ладно, убили уже. Просто если мастаун прожать еще. То просто надо об этом предупредить, а босса обратно заберу в ту же секунду и все. Вот сейчас что ты большого не забираешь? Да уже убили, ебать. Ну а что такое? Отличные новости. Он оставил море. ТПС слишком много, блядь, для этого места. Ого, да я поэт. Теперь ты собираешь река. Правда, пал в кукле сидеть умеешь? Да, сидел, но с начальной энрагой не очень особо получалось на первом слизне. Че, лог сделаешь хуйню свою? Я могу в сове посидеть на кукле, если хотите. Нет, хит, давай. Лог что, порталом ёбнешь хуйню? Лог порталом юзани? Давайте мы их зафамим, мне репутация нужна. С десятки вроде не дают. Весь 20. Да, попробуем. Дают, довольно много. Ну все, пошлите, 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 реально, я покачаем людям. А может не на всех этих уровнях репутации просто дают? Сейчас посмотрим. Че дают под нас? 15 репу реально с каждым. Да. Да, заебись. А там с какой, короче, реп прог дают на как его? Почтение. 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 А, почтение? Да, с 68-го кольца. Угу, ну. А 77-й там просто дырка добавляется.
Легкие 2000 репутаций. 2000? По-моему, да, у меня 10к было. Мне ровно 6% бритка подались. У меня было 10, 141, сейчас 12, 141. Кто не шарит? Лок, а мы сейчас можем, да, первую фазу без этого, без слизина, без зеленого даже перевести, я думаю. Ну да. Ну все, с пола даю порцию. Там, короче, паладин, который каску не дает, дай крест по шаману. Разве мне пишешь, что у тебя есть каска? Не каска, а крест, крест. ПМП-5, во. Это крестику. Рэтрик, ты что, ты посидишь в обаме? Так, давай. Просто лужу растягиваю, все на всякий случай, вдруг первый слизи появится. Это я знаю, что там не допивать ее до конца, бегать. Кто так типа не шарит? Какого? Милики, вас всего двое, короче. Все стоят всегда, весь бой в черепе. Лужа, пельмени отбегаем, Егор будет что наносить. Милики, когда вылезает зеленый, вы под зеленым не стоите, вы просто бежите в РДД-зону. Я буду под столом танить еще. Давайте. Давай между бэмпул. На 4 секунде Райдер пей. Ой, подождите, подождите. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Лужа в РДД. В череп все пошли, зашли обратно. Хант, Лок, Эршам. Все в череп. Больше давайте. Уж сейчас зеленый появится. Ну, по-любому появится. По зеленому играйте, РДД. Бля, переведи неудобно вообще. Потом отбегайте от него, РДД добьют. Вот-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Очень удобно, вот дотки сейчас едят. Миша, лову, блять. Там двое ДДшников. Ебать. Красный. Красный священник. Красный вылезает. Милики, бейте босса пока. Когда красный будет подходить. Через мили-зону красного, видите, химические бомбы. Хан, через мили. Все, в красного пошли. Пельмени летят. Лужа. Обама, пей лужу. Зеленый через 3 секунды. Милики, в РДД-зону можете уже бежать, я веду все ровно под колбы. Одна достаньте. Там лужа слизи, сразу убегайте с нее. Все, отлично, добивайте. Пельмени. Скоро крас. Колбу через 7 секунд. Бейте вы его в лицо, разбойник, ты сейчас опять колбы поймаешь. Так я в лицо его бью. Красного свитч. Пельмени. В
Все встаньте в одну точку. Чё вы стоите? Лок вообще в одной стороне. Звездочка вон у вас, Аршам. Все перевели. Отлично. Ретрик, готовься. Скорее всего, будешь забирать босса. Слушай, Сова, можешь? Их Сова и Кот желательно два инера въебите по Аркан Магу. Я под это под Геру хочу слить ман. Пожалуйста. Два инера. У нас не было, я такая инера по себе давал. Нет. Гера. Миша, дай помогу инер. Лики, в лицо бейте, сейчас будут колбы. В лицо бейте. Бомба, минута. Посекай. Чё, где? Пельмени, пельмени, РДД, это иди. Бля. Снизу выйдите, РДДшники. Саша, 400. Да похуй. Ну тут не дамажит нихуя. Нам опять штаны латные не упали, да? Они кольчужные тут падают. Да, так приятно бить с людьми, которые знают, что делать. Просто пиздец. Я имею в виду с ребра. Да. Он на крови, да? Ретрик в прот упало. А чё, у вас какая-то гильдия или чё есть? Убирай вроде бы. Не, ну может кто-то тут с какой-то гильдией, может Аршам где-то надо. Мне в личное пользование Аршам надо. Плачу голдой. Угу. Сколько? Чё хилить надо? Целка 10 оп, гроу магик и ВК. Угу. Во сколько рейды? Ну вот сегодня типа в 17 было. Ну примерно если в это время, то заебись. Ну я сутки трое работаю, короче, так что 7 дней в месяц отсутствую. Я тебе в Дискорде напишу после рейда. Блять, ебаная Ланотель. Вердру спегнет, все нормально будет что-то. Или может вы вообще вдвоем хильнете? Слушай, я не знаю, насчет Ланы, ну типа можно трай посмотреть. Но я сомневаюсь, что мы хильнем, потому что там очень легко может кто-то упасть просто. Ну, попробуйте еще. Типа цепуха 4 цели. Просто... Пусть шаман просто спекнется в лема и все. У меня нет лема. Ну и лема надо... Т4 шмот. Егор, бабу хер дай. Или ретрик. Лучше, конечно, с третьим хилом будет, да. Потому что там такие тычки, знаешь. Был бы ДЦшник, другое дело. Да я сова охерею, я. Ну, сейчас увидим, типа. Я просто тут был, с ДЦшником попроще. Мне просто холепау нужен, просто чтоб я на танком не отвлекался, и все. А, ты эрдрушник имеешь, или эрдрушником? Да. Ну, один хуй, как бы, третий хил не лишний будет. Да давайте в три хила мы с котом, блядь, съедим вдвоем этого босса. Да, да, наверняка что, потому что ДЦ нет. С котом? С котом. Видел, что там за кот? Бичара вообще. Миша, надо реально твоему шаману уже делать проходку. И ДКшнику тоже надо делать проход. Справа пачка командира, просто убьем и все. А как сейчас пуги и ВК 25 закрывают?
Сейчас заберу этот поезд на 13. Не знаю. Смотря какие пуги, если пуги с дискордом, которые. Точнее, с дискорда. Есть пуговский дискорд. Мы прошлые КД закрыли 49 из 50. И ВК. Ну это с блокером, да, с нормальным депрессией. Там в основном люди из гильдий, типа Энза и т.д. и т.п. Твинток типа туда заводит? Я сам с Энза ливнул, потому что заебало, блять. В третьем статике там такие хуйни творились, блять. Я тильтанул и ливнул в итоге. У чела в 100 пулов на Синдре, короче, а они делают такие ошибки, когда как будто они первый раз ее пулят. Ну это же зависит, видишь, от состава рейда. Может там как бы 20 человек знают, а 5 человек дебилы. Ну не дебилы, а первый раз просто. И они тупят. Да нет, там состав, который 100 пулов, один и тот же состав. У них 100 пулов Синдры. И у них ошибки, блять, они запивают и не могут нормально стать, они впитывают урон бомб. Они не понимают, как сбрасывать освобожденную магию. То есть они просто стоят ФК с запиваем, они ДПСят, в итоге не хватает ДПСа и упираются в энрейд. Но у меня в итоге пригорело, я, блядь, ливнул. Ну так это же не первый рейд, это же какой-то, наверное, второй, да? Третий. А, ну вот, видишь. Первый, второй там нормальные. Просто этим рейдом, может, Рил еще не успел научить людей. А ну когда типа люди понимают, уже потом нормально будет. Камон, какой научить контенту 15 лет, блядь, и ну так, пулов, ты понимаешь, что есть... Не все 15 лет, да. 14. У меня всего 14. Тут челики есть, да, которым 12-14 лет, нахуй. Ты никогда не узнаешь, что им столько, блядь. И они играют 2 месяца. Люди, которые вообще не играли, блядь. И люди-то разные, видишь. Бывает, челик играет полгода и нихуя не понимает. А бывает, 2 месяца играет, и он уже, ну, хай-контент закрывает и топ ДПС дает. Кстати, у нас у кота сегодня день рождения. 3 недели его чару. Да, не в том дело, что сколько лет контенту, блядь. Ну, там не что там элементарно, там просто понять, что делать, и все. Ну, один пул делаешь, два, три, пять пулов делаешь, и все, и ты наизусть Синдру знаешь. Несложные боссы совсем. Но у челов 100 пулов, то есть мы сидели уже где-то 40 часов на ней, в общем. И ошибки те же самые, как будто на первом пуле, блядь. Протопал двоих, я одного. Все на пулы в протопало. Егор, твое дело, я тут ничего не вижу. Я на себе на кинетике посижу тогда. Я думаю там... Все РДД на кинетике посидят. Не, ну, сова хан достаточно. Ну давай добьем пул. Ну, протвал. Наши силы едины. Восстаньте, братья. Был досадным недоразумением. Сила сферы. Егор, убери пока неистовство. Егор, убери пока неистовство. Талдарам с собой идет пиздить. Ты, короче... братан, на протопале немножко сведи сюда, чтобы можно было доставать и тебя, и того танка. Да вот где шар этот ебаный? Того танка я сам подхилю. Чтоб страховочка была. Ну или ты как-то. Ой, да, ну на Сириусе босс работает, пиздец, короче. Убегаю от босса, блять. Он подходит, пытается дать автоатаку. Я отбегаю, он автоатаку отменяет, нахуй. Давай, спам хилку. Напуливайте, и там килисета аккуратно за гром смотрите. Ну, Варлок, вот ты сейчас своим Т4 вроде как ядра хуяришь. Аккуратнее. Я? Сейчас протопал с дома. Это мои доты жрут ядра еще. Все рассчитано. Ну,
Бля, нахуй лужу кинул, че, вообще еблан. Сука, ща ядро убью нахуй. Лол, летайте красиво. Десантники, видать. Ты быстрее добивайте уже. Походу еще кель будет. Егор, дай, пожалуйста, по Мишу сальву заранее. Мне таймер смены цели что-то не показывает. Сколько там до смены? 7 секунд. 6 секунд. Вперед. Могучий вихрь, ранжу набрали. Все, килисеты можете хоть зауешиться. Нет, подхильте. Миша, ты дебил, зачем ты ядра ты бьешь? Босс, иди бей. Придурочный. Сука, костыжи у тебя надо. Сука, там выпадет что-то на Эршаму сегодня? Вообще что-нибудь сегодня выпадет, нет? Ну, ебать, параша всякая падает. Бля, хотя бы меч упал какой-то. А кому этот меч нужен? Ну, родикам. А, мне тоже, кстати. Это мини-хэда почти не упал. А вот это кто поет, блядь? Вот эта баба, что за баба? Вы слышите, кто-то поет? Не знаю, блять. Я ничего не слышу. Может, это старость? Я слышу, что-то кто-то поет. Блять. Может, Сильвана? Она тут вообще при чем, блять? Ну, какая-то баба пела, блять, похоже на ее. Блядь. Егор, бабку, Фир. Ну, осторожно, я, блядь, я сейчас он сдохнет нахуй. Эй, алло, 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 хилы. Алло. Я чуть не умер. Ну да. Кровавое ослабление было. Вот это параш, а маздиспела нет. Вот а ты говоришь, зачем приз? Ну я не могу собрать, чтобы были все. Это не 25-ка типа. Ну я обычно. Если за ДКшника танчу, я не беру два на пола. Да и бывает даже и без роги, и без фонта, типа. Они такие бесполезные. Так что, приз пополезен. Дело просто не в на пуле. Дело. Не, если челики играют нормально, как бы заебись.
Ну, 301 хуй, охуенная тема. Это и гимн. Да, Саша, видишь, что люди говорят? Ты мне хулипало заставлял качать. Хулипал-то заебись. Мастхэв. Видишь, что люди говорят? О, видишь, вот эти цепи, нахуй. Ну, типа, боку сейчас дамага нет. Помогу Салю с пола. Заберешь укус. Помогу Салю, да. Чё там, сова, спекаешься? Стойте, у меня 40 секунд КД бурст. И не вливайтесь, пожалуйста. Я на аркане, если не жму бурст, я, блядь, там, у меня скромный ДПС. Мне дайте поймать укус, я ебану бурст, пробурщусь и все, и потом кота укушу. Не лейте, пожалуйста. Нет-нет, реально, никто не бейте с пула. Пускай сначала маг укус поймает. Ты про частицу, кстати, в курсе, хулипал? Что ее надо вешать на того танка, который... Не на котором босс, а который просто стоит зеркало держит. В курсе. Ну, типа он дамага в два раза больше идет. А это, кстати, вопросик можно следом задам. Здесь мы вот когда статиком отходили, босса танчили, хулипал подбегал, просто джагой бил и, блядь, агро прям срывал. Вообще, только как делать нехер. Босс на него агро. Хуй знает. Я бесправедно. Это баг какой-то. Врубай правильно, не сервешь ты. Да. Рудобал просто встань от меня слева и все. Маг, бурсты откатились, можешь даже босса не бить. Все, давайте на пол. Разбойник. Разбойник. Мы в одном фрейме стоим. Да-да-да, просто три хила. Понял, окей. Я же второй, да, по агро должен быть? То есть пал не бьет, я правильно понял? Да. Все, окей. Хант, там пуль, на пуле шмага. Разбойник, ты где? Че, все под боссом стоим? Ну да, вы же в три хила хилите. А тут типа слезы не ваншотят? Прикольно. Может, у Герри бьют, охуенно работоспособный сервер. Может, у Герри у них АОЕшка. Она как бы должна АОЕшить даже в обычке. Может, и облегчили здесь. То есть, две слезы прилетают. Я прилетаю там 40 плюс к по рейду. У нас разбойников АК. Я же говорил, не беру разбойников, бесполезные, блять. Кашут постоянно на пулы, нихуя нету. Гимн не могут дать, приставав тоже. Все, давай. ДБМ пул мишка. 20 секунд это маг. Просто 10 про себя. 5, какой 4, маг? 3, 2, это хан дебил 2, 1 пул. Парчик пошли. Ой, протопал точнее. Зеркало забери, пал. Все, маг. Не бей, не бей, не бей. Все, пак снесли. Миша, бей. Протопал тоже может убивать теперь. Егор, а чё у тебя реально с агро? Чё, я вообще ничего не знаю. У тебя 50% агро на боссе. Посиливайте, посиливайте. То у хулипала 50%? Угу. Я тебе говорю, он джагой вообще перебивает агро. Не-не-не, жми просто, типа, много, почему-то очень. Дашь бабл сокруг на этот узел. Мак, лучше бы глыбу отдал.
Двигайтесь чуть влево, вправо, то типа он не сразу сработает. Лок. Лока потом кусайте. Мак Лока, Миша Рог пуснёт. Потом можете Хилок кусать. Но он босс умрёт за всё время. Рога Кош, нажми Кош, нажми Кош. Все, молодец. Егор, Сакра, Бабу. Ранжу все набрали. Все ранжу набрали. Этот протопал. Если можешь подхиливать, подхиливай. У нас же, кстати, 3 массейва реально. Там что пауза был. Пакт. С Эрдру Бернио. Не мамана на Бер. Не маманы? Если Миша... я дам Бер, я буду в нулях. Миша, дай инерт пакт Эрдру. И инер пэр, друзья. Геру давай. Миша. Хант, выноси. Кусайте хилов танк. Факт. Ничего себе, тварь второй раз летает. Протопал, давай бабу массакру. Ранжу наберите. Ебаните прямо. Эрдруп, угу. Блять, Миша, какой ты... Бля, убейте его быстрее. Али босса лучше бил. Чё, блять? Всё нормально, нормально. Миша... Какой нахуй крит заклинанием? Алло, блять, Сириус нахуй. Бля, ебаный латы, бля. Чё крит заклинаниями, я не понял. Она мне кританула заклинанием, нахуй. Ладно, там план с волоском хлоп пойду, я пока 2 минуты АФК, мне надо эту хуйню в комбат-логе найти, нахуй. Заскинить и отправить этим пидорасам, нахуй. Ебать. Да нахуя скрыть? Чем? Эти клинки соратники, прыгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. Не брось на РТ еще скоро, блядь, нам бы за час принести все это. Это кто? Рога. Ну да, скорее всего, за час мы принесем. Ну за час мы точно принесем. Ну, если мы не будем курить, по полчаса, блядь. Во сколько мы вообще сюда зашли? Ну, типа, ребра час, убили. Час назад. Час назад. Я понял. Он полтора часа там где-то. Час назад. Ебать, на этой помойке еще комбат-лог багается, сука, рот ебал нахуй. А че вы их тут бьете? Они же ресаются потом в комнате и с комнаты вытаскиваешь. Полководец не ресается. Ну мобы ресаются же, когда их с комнаты вытаскиваешь. Ты похуй. Ну, вот видишь, полководец не ресается.
В охотницу играйте больше. Я сегодня ночью, кстати, ребят, еще буду ИВК десятку собирать. Кто хочет, можете приходить. Ну, что-то 12? У кого-нибудь есть рекаунт? Около 12, 11 где-то так. Мне до 11. А что ты хочешь рекаунт? Мне дошел полученный, нет, полученный урон. По мне. Там рекаунт должен отобразить полученный урон. В смысле, она по тебе АУЕшкой это кайтанула? Она по мне это АУЕшкой кайтанула, хотя она не должна ей кайтовать. Я с фулл хп отъехал, на. Блядь. Я знаю, что только в смерти, когда ты это самое там пишется. Потому что у меня ебаная скада, я не могу посмотреть полученный урон. Бля, это пиздец. Угу. Вот тебе ДТЛС. А, ебать, вы уже умер, пиздец. А чё, сейчас комбат будет, да? Резайте, я пока отойду. Ну, ложусь я похавать 2 секунды. Бил от Цинберга. Я тоже, наверное. Блять, ну давайте быстрее все. Вот, да, 46 камня прилетело, блять. Заебись. Сервер, блять. Что, потихоньку утянуть тогда или всех дождемся? Ну Шама тут, но. Алло. Алло. Я тут. Егор, ты тут? Угу. Прикинь, Миш, иду, короче, на кухню. Егора увидел. Чуть не охренел. Негра увидел? Да, да. На кухне у себя? Угу. Чё он там делал, блядь? В латексе ещё иногда. Егор, ты в латексе? В охотницу играть.
Да не надо не скручивать. По одному убьем. Залейте мечей. Копьё мне охуенеть? Копьё же ещё не упало. А, бля. Она кинула копьё на какого-то. Подкиньте копьё. Там она Мишу кинула, блядь, ходить в ней стоит. Еще раз в нем. И даже пиксельная женщина унижает. За тупость, Миш. За нее 150 туда еще дадут. Страшно сражались с плетью. Да благословит вас. Че, я тут в ретрика спикнется? Нет. Слева трэш танкуешь. Я справа. Пошлите бить. Лок. Доспех демона под босса. Как слышно? Прием, прием. Все, погнали. Гуляю. Протопал слева, я справа. Подавление вышло. Убивайте подавление. Хан, держи на пол, пожалуйста, под этот. Под мелких. Чисто на пол дашь, играл играть стрел. Мага убили. Вот, под червей под этих надо на пол. Они сейчас мага схавают. Джексон Шторм. С грома убили. Протопал, что ты не танкуешь, я понять не могу. Егор, я за 20 стаков, кстати, на том, когда я на холлипай прохилил. Сейчас со мной никто не разговаривает. Ну, сосредоточено. На вальке? Ну, потный, потный, потный босс самый. Потеем. Подавление убивайте. Все спрейбали, а чего? Паха. Червей заливайте. Справа разгром. Свечка, свечка. Там вы найдете спасение, герои. Больше в разгром дайте. Тварь на холи пали. Эршама, ты не пробовал килить? Блять!
Че хилить? Ебать, я руина. 24, 20, 10. Не, у меня УД нет. Извиняюсь. Усиление магии на босса кинь маг. Потом куплю как-нибудь. Да, но есть на нем. Бэй, Егор, просто пиздец. Как можно проебать стаки? Да вот тут. Реально, за тупость. Вау, шаман полетел. Пиздишь, отвлек меня. Че отвлек? Цыган ебаный заговорил меня. Ты ж у тебя руки и жопу растут, это как бы... Вальку за тебя пол... Убиваем. Маг, бегай. Представь, что ты на арене убегаешь от Редрика. Ебашь Гиру. Собака. Я открыла портал в изумрудный сон. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Ну я и студал по Вальке. Ебанашка, блядь. Ля ты слабак, реально. Еб... Пацаны, блядь, ну, я за... Ну, понимаете, да, кого хуесосить надо? Он продлил Валькирию еще. Бля, пошли, что играет. Берегитесь. Ебище, блядь. Да ты просто слабачел, реально. Как можно не перехилить из стул? Когда на тебе 20 тысяч стаков. Не знаю, она хуярит, ебать, как не в себе. Она всего 1% хп снимает. А чё, стаки-то ты проебал, да? Да. Конечно, блядь, ёбище истерию дало, блядь. Так а чё, у тебя истерия стаки сняла? Ну, истерия мне так-то хуёво сняла. Да просто признай, что ты рак. Признаю, признаю, Саша, ты сильный. Нет, не я сильный, а ты рак просто. То есть, они, то, что я проебал стаки, вас смутило, а то, что это уебок кинул стерию, вас вообще никого не смутило. Не, ну за это надо пизди давать, ну, конечно. Ну так ебите его нахуй. Темную устраивает. Вас посадят, мне 12. Бля, мне щипи. Стерия откатилась. Я тебя ебу нахуй. Пизду. Чё-то в портал прыгнул, у неё 200к осталось долечить. Да ну его нахуй, блядь, с этим истерией, блядь. Я же его знаю, нахуй, он кинь. Ты 200к это 10 костов сделать, дурачок. Да он просто очкует, что все его чморить будут. Хотя больше получше. А где вообще? Ну это реально победа. Нихуя. Чё, эти руки типа тебе нужны? Не, нихуя. Это руки, блядь. Так у тебя вообще какие руки, додик? Я с воды куплю. А. Там 30 минут на боссе после первого босса, после этого паролин. После ивента.
Куёма без ретрика, блять. И хант, блять, не сурив еще. Пилибгана все тут, все на ту сторону, попроси мага спекнуться у Фроста. Все перебегаем на ту сторону. А чё, Фрост много дамажит? Чё, хуй, не пизди на Фроста, я 16 тысяч Фроста дал. Это мне говорит Аркан маг. Ой, блядь. Фрост хорошо дамажит. Ой, Саша, блядь. Вот так вот делаем. Просто какая ты пидорасина. Ты нам призап... Ну а что, ты мне истерию кинул, блядь. Тут тоже посидим. Не, реально, маг. Аркан тема классно, да. Закрой рот, а. Фрост реально дамажит. Причем нормальный. Я могу тебе зайти на 250-го Фроста, и мы можем с тобой посоревноваться. Ну заходи, посоревнуемся. У меня в гильдии 257-й Фрост и 250-й Фрост. И ни один из них на 40-ке меня не перебивает 25-ки. Хотя 44 минуты бьется, ну, типа, достаточно. Ну, 4 минуты где-то. Ну, типа, это долго. Я успеваю просесть по мане и прилив ебать на пол. Сколько ты дал на 40 и сколько длится? Да хуй знает, не в 14 или 15 тысяч. Я 16 дал с Фростом. 240. Ну хорошо. Это круто. Он читер, наверное, как няшер, нахуй. Пробую какую-то стороннюю юзу. За одно ВКД, нахуй, два выстрела делать или три. Неплохо, есть патч. Скиньте мне этот патч, пожалуйста. Есть патч, который убивает ВКД. Я хочу себе такой. Ну вот, блядь, все ясно. Как тебе придется прошлое удалить? Какое-то, блядь. Неплохо. А потом, блядь, логи скинут на форум, нахуй, и все, блядь. Бан навсегда, нахуй. Был бы мне этот патч. Ты нам чё, забагал этот или чё, я понять не могу? Я в душе не буду, чё я сделал. Мне кажется, надо выйти в центр и встать вот здесь всем. Нет, всё, всё. Не лезут. Заново пошло всё. Ну, нормально. У нас же кэпал, дурачок. Первый раз вижу, что тут рестартнулся его. Ну, РЛ тоже гандон. Ну, мы вот на середине обычно моба берем. Правда, Пал, помогай мне трэш танчи, типа, алло. Помогай ему, нихуя, я бы сказал. Закрой рот свой! Ну, я их танчу, а никто переагривается на меня. У вас вот такая любвеобильная атмосфера, она. Локу одному не везет, но вздыхает во второй раз. Кота вообще мелкие жрут, блин. Тут что помогать, танчить на пул уже есть, пусть что задают. Тут самое главное в них небес больших дать и все. Вообще плохо. Сейчас уйдите отсюда.
сова, ты что там, блядь, коленки качаешь? Он логи ищет, блядь. Я думал, бутылка там стоит. Вон на тотем садись. Пух, скажи, спушился сильно, приминаю к жопе, да? Ага. О, бичи бегут. Ну шо, будет гнев небесный? Так дадим. Вообще бесполезная часть инста вот это, блядь. Блядь, долго, нахуй. Утурная, блядь. Души. Да, репутация, но... Репутация, а за них хрип не идет. Да, мы обычно просто эту хуйню скипаем и все, блядь. Как ее можно скипать? Бля. Ой, я уже не помню, нахуй, я в целка бегнул. Я это в конце сказал, когда уже всех убили. Поэтому я бульду хожу, блядь, и в эту поезд. Короче, это просто фишка в том, что здесь просто портала не будет. Вот. Мы с первого пола синдру убиваем и все. Сильнее получилось. Так это не здесь на экзотик, там ХМ, короче. Как иней взлетаться будет, Миш, я дам гриб, ты дашь корм. Ну, по КД будешь давать корм. Бля, бахните кулак. Кому? Роги. Владин, у тебя что, полипауэр не установлен? Маны было ноль вообще. Я думал, до босса дойдем, так там разбафаемся. Реально. Сосуд бафы, да? Не знаю, сколько знать королей наше время стоит. А чё, я на БГ бегал, блядь, 10 паладинов, кто, блядь, не забафал? Ну, на БГ бегать такое себе вообще. Это вообще пиздец, блядь. Чё ты пиздишь, Саша? 10 штук, блядь, чего, блядь. А вот ходить на Штормград и убивать бомжей за один амбуш, это весело. Кого убивать? Бомжей. Не слушайте, Сиди весело, блядь. Да что ты кастуешь, если он уже взлетел? Вроде бы.
КД. Добил бы уже гневом. Ебать, тут тело дракона в воздухе, вы видели? Он висит так на спине. Да зачем ты дал стан? А, это разбойник дал. Разрик дашь следующий стан? Молоток ему. Ремор, шаман. Прошмо, Саша. И без него нормально. Я знаю, сейчас добьем и буду шмот ролить. Бля, Миша, мне уже Егор сказал, что ты пишешь. Он написал первичный. Да? Да. Ну я виноват, что у него микрофон нет. Я вообще недавно с гильдии кикнули лоха. Теперь он помощник. В одну точку вставайте сюда. Топорик, пошел, разби, не давай мень сразу. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Че, хлопал, тапки заберешь или, или уступишь? Побраться. Ты как же забрал-то? Пояс ролить. Редексман. А, там сила атаки, блядь. Че? Да не забей. А у тебя типа один спек всего, да, шман? Угу. Давай обмен. Но у тебя руки должны быть 10.